Для бутербродов понадобится хлеб тостовый, лук зеленый, один крупный болгарский перец, филе сельди 80 грамм, сыр твердый 100 грамм, яйца 2 штуки и чеснок 1-2 зуба. Тостовый хлеб подрумяниваем с одной стороны и натираем чесноком. Лук измельчаем мелко. Перец режем на маленькие кубики. Сыр натираем на терке. Филе сельди нарезаем мелко. Смешиваем сладкий болгарский перец, слабосоленую сельдь, яйца и зеленый лук. Намазываем на тостовый хлеб и укладываем на противень, смазанный маслом. Посыпаем сыром, запекаем в духовке. Мы приготовили вот такие бутерброды, усыпанные свежим огурцом. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, нажав на красную кнопку под видео «Подписаться». И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. До скорого!